Международное сотрудничество. С каждым днем мы все больше и больше говорим о различных его гранях и аспектах. Концерт группы НИЦ, сюжеты которого мы только что видели, также состоялся благодаря международному сотрудничеству. Вот еще у нас одна информация. Советские художники и просветители. Per kaart en die hoed en de kaart. Ja. В нашей стране западная рок и поп-музыка, скажем так, не популяризировалась. Но, как поет Боб Дилан, времена, они меняются. Теперь советский зритель может сравнить вас с артистами, уже побывавшими здесь, такими как Юрай Хип, Статус Кво, Билли Джоэл и так далее. Не боитесь, что сравнение не в вашу пользу? Нет, абсолютно не боимся. Ведь у нас совсем другая музыка. У них англо-американская, а мы европейская группа. И у нас европейская музыка. А что это такое? Это трудно высказать. Наша родина Европа, и это определяет все. Мы выступаем для европейцев, а не для, скажем, аудитории в Нью-Йорке. Совсем другое мировоззрение, другая музыка. И сейчас мы в Москве, а не в Нью-Йорке. И надеемся, что наша музыка будет вам близка. Dat knippert niet. Als het witte blokje knippert, dan heb je te weinig. Dat kan niet.
Someone is waiting for you. So this is a combination of my little tragedy. Итак, это комбинация моего моей неудачи в футболе. And the big tragedy that is called war. И той большой трагедии, которая называется войной. Спасибо.